Тема кулачковые механизмы. Кулачковый механизм – механизм, образующий высшую кинематическую пару, имеющий подвижное звено, совершающее вращательное движение. Кулак с поверхности переменной кривизны или имеющий форму эксцентрика, взаимодействующий с другим подвижным звеном – толкателем. Если подвижное звено совершает прямолинейное движение. Или коромыслом, если подвижное звено совершает качение. Кулак, совершающий прямолинейное движение, называется коппером. Основные характеристики кулачкового механизма. Это максимальное перемещение толкателя, максимальная скорость или ускорение исполнительного механизма или закон движения исполнительного механизма. Закон движения разных типов и размеров толкателя на одном и том же кулачка отличается, потому расчет профиля кулачка ведется под контрольный толкатель.